технопарке «Кванториум» на базе гимназии номер 24 Ульяновска для желающих закупили электронные микроскопы, фрезерные станки, ноутбуки. Учителя уже прошли специальное обучение и полностью готовы к занятиям с детьми. Часть оборудования еще ждут. Параллельно готовят помещение. Производит автоматическую печать, вот этот принтер делает. И, например, просто вот мы тестировали, вот такой кубик можно сделать из этой проволоки. Вот такой кубик печатает 30 минут. 3D-печать – интересная, но не единственная функция устройства. Помимо создания фигур разных форм, здесь можно сделать гравировку лазером на фанере и пластике или фрезером на дереве. У нас задействовано, 6 кабинетов на втором этаже и рекреация второго этажа для коворкинг-зоны. Специфическая мебель для новых технологий, сама зона отдыха коворкинга, ну и для мастерских и робототехники. Сейчас уже подходит к концу ремонт кабинетов. До 15 августа подготовку пространства технопарка планируют завершить. С 1 августа через госуслуги можно будет записать ребенка на занятия, даже если он из другой школы. Такие технопарки заработают с осени и в Димитровградской школе гимназии номер 13 Ульяновска. В этом году более 63 миллионов выделено на оборудование технопарков, кванториумов, это город Ульяновск, один город Димитровград. Ранее в регионе уже открыли 3 школьных и 2 мобильных технопарка. Кванториумы в Ульяновской области создают с 2021 года по нацпроекту «Образование». Юлия Адамова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.